В энергоцентре идут последние приготовления к запуску. Специалисты перепроверяют показания датчиков, состояние котлов. В этом году на ТЭЦ был проведен капитальный ремонт. Также была обновлена большая часть центральной тепломагистрали города. В этом году только на областной центр было выделено свыше 1,5 миллиарда тенге. Эти средства были использованы на обновление более 30 километров тепломагистрали. Также было теплоизолировано 29 километров тепломагистрали. Всего же на капитальный ремонт ТЭЦ-3 было выделено 740 миллионов тенге. Средства пошли на ремонт генераторов, устранение дефектов основных агрегатов. По словам специалистов, ТЭЦ готова к запуску. В данный момент идет циркуляция магистральным трубопроводом теплосети и заполнение внутриквартальных. На этой неделе мы завершим заполнение. И по команде городского акимата, мы готовы включать в работу теплосеть. Прогнозы тепловиков на предстоящий отопительный сезон весьма оптимистичны. Остается надеяться, что в этом году шымкентцы будут получать качественное тепло.